Новый год – горячо любимый праздник взрослых и детей во всем мире. В России его принято отмечать массово и с размахом. Но, к сожалению, и здесь людей может поджидать опасность. Пожары, драки и даже террористические акты могут нарушить покой жителей. Для предотвращения подобных действий в областном правительстве прошло заседание, посвященное вопросам безопасности граждан. Сегодня мы с вами рассматриваем, на мой взгляд, очень важные вопросы, связанные с обеспечением комплексной безопасности при проведении новогодних и рождественских праздников. Поговорим сегодня и о готовности сил и средств наших органов власти, задействованных в проведении контртеррористических операций. Представители правоохранительных органов и управления МЧС предложили свои планы действий на период новогодних каникул. Для исключения страшных событий, постоянная работа служб безопасности и правоохранительных органов должна сочетаться с вниманием и осторожностью ульяновцев. А руководитель аппарата антитеррористической комиссии напомнил гражданам о необходимости совместного противодействия. Ну, конечно, правоохранительные органы сами по себе не в состоянии справиться с этими угрозами, поэтому любая помощь от граждан, которая будет оказана, будет, конечно, нам нужна. В частности, любые сообщения о подозрительных предметах, обнаруженными гражданами, либо о поведении, подозрительном поведении лиц. Не стоит забывать о правилах поведения и порядке действий в опасных ситуациях. При возникновении подобных просьб звонить в службы спасения или по телефонам 73 60 60 73 55 77. Виктория Шикова, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.